были Катя и Паша в маленькой кухоньке, всего 7 квадратных метров. И было очень тяжело в ней разворачиваться, готовить, звать гостей. Решили обратиться в мастерскую ваших идей и совсем не пожалели. Да, немножко это было дороже, чем мы ожидали, но в итоге мы безумно довольны результатом, поскольку ребята приехали, Сережа, Саша, посмотрели все, по сантиметрику все рассчитали, распланировали. Давай кругом покажем кухню. И теперь мне все помещается, очень приятно готовить, приглашать людей. Очень все изящно подобрано, технику они нам тоже советовали, вставляли. В этой кухне умещается абсолютно все, и стиральная машина встроена, и посудомоечная машина. Шкафы огромные, в которых помещается абсолютно все, и нет загромождения на столах, на плитке. Так что обращайтесь в мастерскую ваших идей. И даже если у вас маленькая кухонька, все равно все будет вот так.